Во, во, ребята идут, смотрите. Здравствуйте, молодые люди! С вами разговаривает сержант Кириона. Разрешите мне задать вам пару вопросов. Пацаны, Шухин! Не смейся! Да! Стоять! Стоять! Варвара Родионова. Ладно, в отделении разберемся. С вами был сержант Кирилл. Так, дорогие подсудимые, пока одного из вас еще не нашли, но я думаю, мой напарник в ближайшее время его найдет, и мы начнем вынесение приговора. Молчать. Всем молчать, я сказал. Куда же он делся? Последний, начальник, последний. Ну, наконец-таки, все в сборе, а. Ну что ж, начнем наше заседание. Всем встать. Оглашение приговора. Ну что ж, суд приговаривает вас к наказанию от 4 до 6 лет в колонии строгого обучения. Здравствуйте, как вы восприняли решение суда? Я вообще полностью доволен этим решением и буду ждать продления срока, честно. Спасибо. Согласны ли вы с решением суда? Может быть, хотите обжаловать приговор? Да, конечно, я хочу обжаловать приговор. Я не согласен. Буду жаловаться в высшей инстанции.